Здравствуйте. Моя история успеха. Меня зовут Елена, мне 56 лет. Я решила изучать английский язык. И на Ютубе нашла ролик Татьяны Генерал. Совершенно случайно по изучению английского языка. Достаточно заинтересовавшись как человеком Татьяна Генерал, узнаю историю ее изучения профессии тестера. И как бы я имею образование техническое, для себя и решила. Татьяна имеет образование психологическое, я изучала психологию. И как бы я подумала, что возможен такой вариант, что я смогу справиться с профессией тестера. Начала я изучение этой профессии с книги Каннера по тестированию. Дальнейшее Савинова. Потом вышла на школу Михаила Портнова. На русском языке у него есть видеоролики. Посмотрела их все, изучила. Дальше я стала в интернете еще подбирать информацию по тестированию. Попробовала зарегистрироваться на платформе, уже как в качестве тестера. Это был мой первый опыт. И где-то около 7 месяцев проработала достаточно удачно. Дошла до определенного уровня, и мне поступило предложение о работе. Нужно было пройти собеседование в скайпе по поводу работы по тестированию. Я решилась, хотя английский, так сказать, не на высоком уровне, решила попробовать себя. Собеседование прошло удачно, работу мне, так сказать, предоставили китайский работодатель, достаточно известная фирма. И сейчас я по сей день работаю. Как бы опыт успеха у меня как бы получился неожиданно, изучая английский язык, заинтересовавшись тестированием, все-таки дал положительные результаты. Тем более в моем возрасте трудно найти работу достаточного уровня. Ну, фриланс оказался положительной ступенькой в данном развитии. Как бы если браться за дело и браться серьезно, можно и 56 лет достигнуть успеха. Все.